Всем привет, друзья! Была у меня проблема со светом, перегорела часть светильников, ну почти половина, и часть птиц находится в темных клетках, то есть одна лампа горит, другая не горит, полумрак, еле долиняли, но сейчас нормально. Опять же, кому интересно, я могу снять, как я переделывал лампы, или просто снять видеообзор про свои светильники, какой свет у птиц. Я давно собирался, но в полумраке неохота было снимать. Сейчас у меня наконец получилось. Я нашел информацию, как это переделывать. Вот эти две лампы люминесцентные были переделаны сейчас светодиодные, а вот эта третья осталась еще люминесцентная. Светят практически одинаково, даже чуть-чуть поярче эти. Так что я буду переделывать все. Это и выгоднее. Много у меня клеток, много ламп. Свечение постоянно, особенно летом. Птица на искусственном освещении размножается. Так что поддержите канал. Если есть интерес, я сниму, как переделывать лампы. Если нет, напишите, просто расскажу про лампы. Всем пока, жду новостей. До новых встреч.